Давайте представим на секунду, что у нас произошел прорыв, к примеру, вот, условно, вот где-то здесь. Представим, что это целая труба. К сожалению, не нашел я целого куска, только такие вот. Соответственно, представим, что здесь у нас обрыв. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять, в первую очередь, бутылку, в вторую очередь, какой-то нескользкий предмет. В данном моем случае это будет резина. В моем случае это вот такая вот камера от автомобиля. Я взял, нарезал несколько кусочков и сейчас покажу. Мы берем и натягиваем эту камеру на трубу. Также поступаем с этой стороны, абсолютно идентично. В данном случае резина у нас выполняет уплотняющую роль. Далее в целом все просто. Мы берем бутылку 5-литровую и отмеряем нужный нам хомут. Примерно, наверное, вот так от дна. Да, горлышко. Отрезаем. Соединяем получившиеся части. И в дело вступает фен. Так, нужно более-менее ровно. Даем остыть, и у нас получается соединение, которое я даже провернуть не мог. У меня вот единственное здесь была порезана бутылка, но это осталось на резине. В остальном же я думаю, что это будет очень герметичное аварийное соединение. Поэтому у кого-то, если, к примеру, лопнула труба целиком, либо еще что-то, постарайтесь каким-то образом надвинуть целиковую бутылку. Желательно, естественно, целиковую. Но если не будет целиковой, то разрезаете вдоль, оборачиваете, чем-то скрепляете. И греете, садите ее. Но желательно, вот, чтобы она была кольцом, именно хомутом. Этот лайфхак работает действительно, кайфовый. Я не знаю, ну стоит лайка и комментария, как вы думаете? Поэтому напишите, прокомментируйте. И спасибо, и пока!